Шалом. У одного человека в доме случилась кража. Украли все подчистую. И среди денег были еще доллары, которые сам Любавичский Ребе давал ему иногда, когда он навещал его в Нью-Йорке. И вот он пишет Ребе, говорит: Ребе, это какой-то знак. Ваши доллары, которые вы мне давали с благословением, у меня украли. Ребе говорит: да, это знак. Это знак, что ты должен закрывать хорошо двери. Есть люди, которые во всем видят какие-то мистические события. И их жизнь превращается в один сплошной сериал. У таких людей не будет никогда настоящего взгляда на жизнь. Мировоззрение на те вещи, которые окружают нас, наш материальный мир. Потому что именно этот материальный мир, он кроет в себе причины. Когда мы все время идем за сверхъестественными событиями, когда мы находим причины всему, все только не мы, не наша оплошность, не наша безалаберность, не неорганизованность, мы упускаем много возможностей жизни, как построить вещи лучше. И в конце концов вот этот балаган, хаос будет окружать нас, и мы ничего не добьемся. Мы пропустим шанс. Поэтому советую всем сначала искать простые вещи, простые причины, а потом уже искать какие-то знаки свыше. Шалом, шалом.